мальчики, делайте ставки и надейтесь на удачу. Дело не в удаче, Эйверин. Это точно, приятель. Вспомни эти слова, когда в итоге останешься у разбитого корыта. Ну, какой бизнес? Параллельно. Самый худший в жизни. Да что? И вы есть, телек тоже. Чего еще надо? Не знаю. Может, и почему только дома не бывает никаких приключений? Это же моя вечеринка. Почему я должен сам все делать? Вполне себе. А как мы все это, по-твоему, провернем? Мы что, поедем на твоей машине? Вот в этом и дело. Нужно везти машину, там, парковаться, за бензин платить. Ну, смотри. Так, народ, к месту преступления не подходим. Что здесь произошло? Как раз это мы сейчас выясняем. Парня выкинули из окна. Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает. Так, сказано же, идет следствие. А в доме не опасно? Боже, почему они все скрывают? Преступника пока не... Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. И чего всех интересуют жуткие подробности? Скотт хоть немного расслабится. Но подозреваемый не арестован. На самом деле...
ни в чем не уверены. Эй, Бройлс, видел девочку, что тут живет? Как объявится, сообщишь мне. Усек? Это пушка мамин подарок. Зачем убийца вообще сюда явился? Что я упустил? Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Неизвестно, чем все это закончится. Убийца остается загадкой для полиции и угрозой моей семье. Если бы только я могла уберечь Джоли, я бы пошла ради этого на что угодно, даже на полный разрыв отношений. Только бы это ее спасло. Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства, но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом, жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо, я что-то пролил и не заметил. Он что, думал, что я идиот? Я ничего не проливал.
Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда по-прежнему текла ржавая вода. Он предположил, что проблема в бойлере, и пошел его проверить. Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился, того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Вернулся. Ты арестован. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Thank you.
сначала нужно закончить расследование здесь. Фото потребуется Рексу для розыска. Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Теперь падение фигня. Но высоты все равно боюсь. День, когда все потеряло смысл. Ведь правда, Бакстер его ненавидел. По-моему, это было взаимно. Ронан был мужик резкий, но Бакстер тоже не из обаяшек. Да, но ты что, хочешь сказать, ну, что он своего же убил? Это как-то уж... С этой работой я каждый день убеждаюсь, люди способны на все.
Послушай, не знаю, могу ли я что-нибудь сделать, но, похоже, тебе нужна помощь. Я не знаю, как здесь очутилась и что это за место. Не помню, что со мной случилось. Почему я такая? Извини, малышка. Но если ты здесь, значит, ты умерла. Я так и знала. Слушай, у меня та же ситуация. Раньше я был детективом. Давай я осмотрюсь. Попробую найти то, что поможет тебе во всем разобраться. Я не знаю, с чего тут можно начать. Ты что-нибудь помнишь? Любую мелочь. Бывает, помогают даже пустяковые детали. Я помню, было много людей. И шлюпку, все напуганы, а перед глазами название «Монагансет». Уже кое-что. Поработаю с этим. Вот и некролог. Шлюпка перевернулась и затонула. Труп так и не нашли. Что она делала в шлюпке? Записка. Нам будет тебя не хватать. Ты настоящий герой. Хм.
настоящий герой. Похоже... Похоже, какой-то мемориал. Тут должно быть множество свидетельств того события. Найду другие вещи, все пойму. В отношении Моногансетона была не жертвой, а героем. Успела многих спасти, пока ее шлюпка не затонула. Она много значила для этих людей. Что-то узнал? Слово, что ты запомнила. Моногансет. Это название парохода, который затонул в гавани Салема. Если бы не ты, многие бы погибли. Ты герой. Если я всех спасла, то как же я погибла? Нет, нет, нет. Ты спасла не всех, но многих. Твоя шлюпка перевернулась. Я не умею плавать. Наверное, я утонула. Мне жаль. Нет, жалеть не надо. Благодаря тебе печаль и страх ушли. И я горжусь собой. Если бы не ты, я бы ничего не узнала. Благодарю тебя от всего сердца. Рад, что помог. Когда ты в бегах, нужно укромное место. Место, где тебя никто не достанет. Но от вопросов не убежишь. Они всегда тебя настигнут.
Где же она? В той квартире что-то указывало на церковь? Могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. У нее комната на чердаке? Надо проверить. Сегодня здесь так холодно. Кажется, чердак там. Я ни в чем не виноват. Мой сын супер. Эти штуки могут разгуливать мелкие зверьки, а вот мы и проверяем, чтобы никто там не застрял. В моей кухне такого бы не случилось. На кухне? Это дело плохо пахнет. Если застрянет, так вот почему тут везде благовоние, да? Знаю, Энджи. Брайан чудес. Надеюсь, моя свадьба пройдет без стресса. Моя девочка выходит замуж по любви, а это главное. Просто Шелли никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, не буду. Спасибо, дорогая. Честно говоря.
Я только что нашел настоящую салемскую ведьму. Историю теперь никто не уважает. Посмотрите, просто посмотрите. Это по-вашему пуританский стиль? Пуританский стиль связан с природой. Он деревенский, но изысканный. В традициях Салема. Вся свадьба должна быть. Брейс, пошла.